Исполнилось 15 лет со дня выхода научно-популярного журнала «Наука и техника» в Якутии. Сегодня состоялся круглый стол с участием научной общественности, посвященный юбилею этого журнала. Сегодня журнал полон интересных статей, в которых якутские ученые рассказывают доступным языком о научных достижениях, экспериментах и гипотезах. В 2008 году журнал был удостоен знака отличия «Золотой фонд прессы» и вошел в тридцатку лучших научно-популярных журналов страны. Есть электронная версия журнала, в любой поисковой системе можно зайти, набрать «Наука и техника в Якутии» журнал, и все номера вот, с 2001 года по 2016. Журнал делается, по сути дела, на общественной такой форме, то есть нет штатных сотрудников редакции. Вот. Ну и 15 лет выполнять все это на энтузиазме тяжело. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что мы теряем авторов. Авторов в каком плане теряем? Потому что оценка труда ученых сейчас ведется по баллам. И чем больше баллов, значит, тем больше зарплаты. Поэтому ученые заинтересованы набирать больше баллов. А баллы дают публикации в научных журналах только.